В американском штате Нью-Гэмпшир завершились первые в этой избирательной кампании праймерис. Результаты голосования должны быть объявлены в самое ближайшее время. Известно, однако, что явка оказалась довольно высокой. Из 882 тысяч, имеющих право голоса, проголосовать пришли более 550 тысяч человек. Дональд Трамп – главный претендент на победу в Нью-Гэмпшире среди республиканцев. Помимо миллиардера, неплохие рейтинги популярности до сих пор демонстрировали сенаторы Тед Круз и Марк Рубио. Демократы выбирали из двух кандидатов. Сенатор Берни Сандерс, судя по опросам, имеет в Нью-Гэмпшире лучшие шансы, нежели бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. По результатам этих праймерис определится, за кого из претендентов отдадут голоса 23 республиканца и 32 демократа из Нью-Гэмпшира в ходе последующих партийных съездов. Именно там официально будут названы имена кандидатов президента двух партий. Среди голосующих на праймерис как зарегистрированные сторонники обеих партий, так и избиратели без конкретной партийной принадлежности.